50% жителей района игнорируют выписанный штраф за нарушение ПДД. Инспекторы напоминают, у горожан по-прежнему есть возможность сэкономить, причем вполне легально. Половину от суммы наказания водителю простят, если он оплатит штраф в течение 20 дней. Доказательством будет число и время на чеке. Именно эти данные поступают в государственную информационную систему. Но несмотря на то, что подобные правила действуют уже полгода, в корне ситуация не изменилась. По словам инспекторов, 50% жителей не платят по счетам вовсе. Если человек не оплатил штраф, да, применяется вот в двойном размере, составляется протокол, и сведения направляются в службу судебных приставов для взыскания. Правда, есть и исключения. Скидка обойдет стороной любителей пьяных поездок, а также водителей, повторно нарушающих скоростной режим более чем на 40 километров, проехавших на запрещающий сигнал светофора или по встречной полосе.